Лиги по водному полу. Сегодня команда «Русские бобры», наша команда, поступила в матче за третье место команде «Барракуда», и впервые осталась без медалей. Да более того, без золотых медалей вообще не попала на пьедестал. Очень жаль, ребята. Мы все в этом виноваты, каждый в отдельности и все вместе. Вот. И сейчас за первое место играет Крым и Севастополь. Остров в игре. Еще главное не отчаиваться, друзья, всегда только двигаться вперед. Занимайтесь собой, здоровым образом жизни, фитнесом, спортом. Любите друг друга, слушайте музыку и свое сердце. Всем пока!